Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня все неспроста, ведь сегодня 9 октября, и у нашей дорогой Даши сегодня день рождения. И мы находимся вместе под названием «La Barche Restaurant and Bar». И прямо сейчас лайвом идем поздравим нашу именинницу. Сколько гостей, что происходит внутри, я еще не знаю, но давайте вместе со мной. Дорогие друзья, позвольте всех вас, всех попросить наполнить бокалы. Давайте выпьем за нашу очаровательную именинницу. Ведь столько лет, 18 лет, за эти 18 лет дети уже ходят в школу, кто-то сидит в тюрьме, а кто-то радуется на Гавайях. С днем рождения! Ну, я ей уже все сказал, на самом деле, я очень ее люблю, как друга, я ее... Это еще мой партнер по бизнесу, партнер. Конечно. Тогда сейчас будет другой вопрос. Без каверзных вопросов. Без, вообще. Я ей сказал, желать будут много. Вчера, сегодня, завтра. Все родные и близкие будут желать. Но я хочу ей пожелать того. Вот у каждого человека есть на сердце его мечта. И, как говорят, вот так проверни, да, и пусть оно 99% исполнится. Ну, 1%, если что, мы добавим. Сегодня в этот торжественный для России день мы хотим поздравить вот эту вот пчеловидную мадемуазель с прекрасным днем рождения, чтобы она цвела, пахла, жужжала, блистала и просто была краше лучше всех. И мы ее любим, ценим, холим и лелеем. Самое главное, чтобы было здоровье, а также любовь близких и твоих лучших друзей. Улыбок побольше. Дашенька, всего тебе самого наилучшего, женского счастья, настоящего, самого-самого офигенного. Only girl and I boy. Yes, it's good. I'm boy. Yes, yes, good. My English finish. Я говорил немного... Немножко по-русски? Это очень хорошо, потому что я a little bit English. Happy birthday, Dasha. Happy birthday, Dasha. Maybe some song. She's a good agent. She's a good friend and she's a wonderful woman. Thank you. She's perfect. I love you too. Пускай все услышат, что ты желаешь этому человечку. Повторюсь, желаю здоровья крепкого, чтобы ты нашла саму себя, не хочу быть банальным, да, как все. И рядом, чтобы тебя окружали такие же счастливые и красивые люди, как ты сама. Дарье хочется пожелать, наверное, оставаться такой, какой она есть. Она нашла себя в своем деле, она его развивает, она творит добро, приятное миру. И, не знаю, я от нее чувствую позитивные эмоции, и мне, как дизайнеру, хочется что-то творить не просто там для нее, а просто вот творить в этом мире. И она вот, она, наверное, моя немножко творческая муза где-то. И мне это безумно приятно, мне хочется, чтобы она дальше развивалась, цвела, пахла и раздавала эту энергетику. Я хочу сказать тебе, что ты уникальный, удивительный человечек. Я как только с тобой познакомилась... Скажите мне, пожалуйста, как вы познакомились с Дашей? Я с Дашей познакомилась, когда мы приехали на гастроли в Турцию. А я тогда тоже там была? А, да. Я сразу поняла, что сердце у тебя огромное и очень доброе. И с первых минут я поняла, что ты вот какая-то родная, какая-то своя. Это очень важно для человека, который вот как бы знаешь, ты встречаешь его в первый раз и понимаешь, что ты можешь ему рассказать вообще все на свете. Даш, оставайся такой же всегда, сохрани свое доброе, большое сердце, и пусть у тебя все всегда будет замечательно. Я не смогу, и не без улыбки твоей. Мне на земле нету людей родных. Я за тобой, туда, куда скажешь ты. Ты обо мной, предел моей высоты. Искренне поздравляем, желаем Даше здоровья, успеха во всем и, конечно, всегда быть красивой и больше положительных эмоций. Да, счастья тебе и любви. Был какой-то случай такой, который вот случился с вами, ты с тех пор скажешь, блин, Дашка, это вообще вот. Ну, я помню, как мы собирались как раз на гастроли по югу, у нас там было три города, и одна
как раз одна дата была свободная, прям транзитная, которую надо было забить. И она буквально за, не знаю, за минут 20 организовала нам гастроли в Ростове, в клубе «Парк культуры», самый пафосный клуб. Что пожелать ей через 10 лет можно? Вот 10 лет прошло, сидит, смотрит. Party Vision, Колька, у вас красиво. Можно я начну? Давай. Я уже представила Дашу с детьми и с мужем. Даш, я тебе желаю терпения, будь сильной, будь умной, будь мудрее всегда. Ты должна хранить семейный очаг, должна дарить мужу тепло, что бы ни происходило, будьте в гармонии, люби своих деток, они тебя будут слушаться, они потом поймут, что нужно было быть более послушными, когда они были маленькими, но поймут и потом. Ну, в принципе, Асти все сказала, да, главное, наверное, это счастье, здоровье и... как бы, чтобы всегда близкие люди окружали, самые добрые, самые лучшие, самые теплые, вот, и всегда, чтобы очаг в доме был. И да, очаг, чтобы был всегда теплый, да, еще тот самый неокрепший. Ну и в завершение эти поцелуи с этих сторон в честь тебя, Даша. Не, можно было и сюда. Happy birthday to you, happy birthday, dear Dasha, happy birthday to you. Поздравляю тебя с днем рождения. Уверена, что твой день рождения достоин звания самый лучший, самый веселый, самый интересный, зажигательный. Ты самая-самая. Дашечка, тебя поздравляет весь клуб «Облака», в том числе и мы. Девочки, которые рады тебя всегда видеть. И, наверное, вдвоем мы скажем, да? Даешь пизд... музыку! Сегодня мы приехали на день рождения к очаровательной Дарье Пасечник. Работаю с Дашей уже не один год. Безумно этому счастлив. На самом деле, Дашуль, я очень сильно тебя люблю. Ты молодец. Продолжай в том же духе. Ты всегда как яркая пчелка работаешь, жужжишь над всеми артистами, диджеями и только радуешь нас своим профессионализмом. Мы тебя очень любим, ценим. Даша, с днем рождения! Дашки, любви, счастья, здоровья, деток, всего хорошего, секса, карьеры. Все впереди, все только начинается. Любить, быть любимой. Но и самое главное – заниматься сексом под хорошую музыку.